спокойно упал на грунт, как будто там нет никакой ММА. Мало чего. Ну и я распотел. Чумка подсказывает, что это особняк. На корточках тихонько подползаю. Подкидываю камушки. Рефлекс мафия. Да уж. Подполз, не поверите, вплотную. Взмок, как мышь в комбезе. Камушки, которые подкидывал, лежат аккурат в пляши. Но моя сталкерская нутро говорит, сваливать надо. А я нет. Особняк. Надо разобраться. Точно. Значит, волынку на колени поклал. И усраться, блин. Тяну руку в трамплин к одному из камушков. А я все равно не понимаю, как оно все в зоне устроено. Начальство умное, все разобраться пытается. А мое дело маленькое, с автоматом. Не топать мне, я ж не доживу. Цепился я в бутылку, вон дитё. Мое это добро, рождение начальника. А бутылку как кто-то держит. И не отдает, тянет вверх. Ну, думаю, падлин, не видать он того самогона. Потянул бутылку к себе, зубами пробку вынул, начал пить. Нифига себе! Три глотка я не сделал, не идет. Горло как тисками сдавило. Перед глазами круги уже. Так вот, ну, значит, глотнул я еще раз. Пять, наверное, через силу. Ствол на плечо! Говорить, наверное, не умеем.